Группа молодых людей из Тирасполя решила перенять зарубежный опыт и наладить преступную схему в Приднестровье. По ночам банда несовершеннолетних искала во дворах автомобили с необычными номерами и снимала их. Но одним видом деятельности преступная группа не ограничивалась. Было выявлено 7 фактов краж госномерных знаков. Также были выявлены хищения имущества из домовладений и предприятий различных форм собственности на территории города Тирасполя и Слободзейского района. Похищенные автомобильные номера хранились в квартире, где проживали преступники. Все участники ОПГ несовершеннолетние. Некоторые были студентами среднеспециальных учебных заведений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые. Все задержанные дают признательные показания. Следственный комитет уже возбудил в отношении несовершеннолетних ряд уголовных дел. Милиция разыскивает похищенное имущество, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Андрей Малеванный по материалам пресс-центра МВД ПМР.